Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялась пятая сессия Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. В ее работе принимали участие руководители Коммунистической партии и советского правительства. Сессию открыл председатель Верховного Совета РСФСР Горбачев. Первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР депутат Ермин выступил с докладом о состоянии и мерах по улучшению жилищного и культурно-бытового строительства в сельской местности. Депутаты, выступавшие в прениях, на конкретных примерах показывали, что социальное переустройство села – органическая часть продовольственной программы СССР. Чем лучше будет сельский быт, говорили они, тем производительнее станет крестьянский труд. На сессии были рассмотрены проекты законов об охране атмосферного воздуха и об охране и использовании животного мира. С докладом выступил председатель комиссии по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов Верховного Совета РСФСР депутат Сушков. Сессия единогласно приняла развернутое постановление по вопросу об улучшении сельского строительства, а также новые законы РСФСР по охране окружающей среды.